прекрасная программа, которая позволяет многим театрам, особенно на Дальнем Востоке, приглашать к себе там, тех режиссеров, которых они либо не могли пригласить, либо то есть на это не хватало денег, потому что, как правило, это все равно много требует вложений как бы, постановки приглашенных режиссеров с его командой. Там. Либо просто не знали их существования, потому что сам грант, особенность его в том, что это должны быть молодые режиссеры, которые ставят современную драматургию. Есть пьеса и есть спектакль. Да? Пьеса — это всего лишь материал, над которым мы работаем. Спектакль — это как бы то, что мы делаем на сцене. Да? Причем многие это делают. Это вы мне задали вопрос, мне неинтересно, но есть режиссеры, которые это делают. Потому что ты проживаешь как короткую, но очень интенсивную жизнь с материалом, с актерами, со своей командой. Ты много тратишь на это, отдаешь своей энергии, ты думаешь об этом. И ты как бы себя тратишь там полностью. И приехать в другой город и поставить эту же пьесу в другом городе для меня, просто я не могу найти в себе даже ресурсов таких, мне неинтересно. Мне очень сложно возвращаться и смотреть спектакли, которые я уже сделал. Я стараюсь, сделав спектакль, его полностью вычеркнуть из жизни. Те режиссеры, которые работают либо в одном театре в штате и делают все свои работы в одном театре, либо, например, работают в одном городе, и у них есть возможность постоянно наблюдать за своими спектаклями, видеть их развитие, то, как они меняются и так далее. Либо, например, те, кто являются художественными руководителями и тем более постоянно наблюдают за своими спектаклями, у них, наверное, немножко другое складывается отношение с этим, как бы, с этим плодом, с этим ребенком, которого вы в течение там, месяца или двух рожали вместе. Я все время сравниваю работу над спектаклем с отношениями. Даже скорее сравниваю это с сексом. Потому что вы когда... случается этот секс в виде премьеры. Потому что до этого происходит месяц или два месяца отношений. Потом случается или вот этого притирки этой, когда ухаживание... А потом случается вот этот вот секс в виде премьеры. Или вообще все эти два месяца являются неким сексом. И потом получается либо этот секс неудачный, плохой, и ты на следующий день хочешь бежать от своего партнера. И такое бывает, это очень тяжело, и травматично. А бывает еще хуже, когда этот, назовем это сексом, потому что это обмен, такой уровень обмена энергии, что, мне кажется, не зря как бы такую параллель провожу, что этот секс и эти отношения настолько прекрасные, а тебе на следующий день нужно все равно встать, попрощаться и уйти. И это еще тяжелее. Это очень интимная работа. Вы очень близко, вы в течение, я говорю, как складывается от месяца там, до двух, вы в очень близком контакте, вы каждый день с одними и теми же людьми, вы говорите о том, о чем вы не можете иногда сказать самым близким людям. И в этом плане у вас нет барьера, потому что вы знаете, что вы уедете, и как в поезде можно сказать что угодно. Вы очень часто настолько открываетесь друг другу, если это случается, настолько откровенны становитесь друг перед другом, раздетыми друг перед другом. В итоге все равно финал один, вам приходится расставаться. Варианты сегодня работы режиссера, собственно, их два, наверное. Это либо ты, назовем это вот таким кочевой режиссер, который ездит из театра в театр в течение сезона, чтобы нормально жить, чтобы хватало тебе на жизнь денег. Это все, конечно, зависит от статуса режиссера, потому что есть режиссеры, у которых такие гонорары, что достаточно, наверное, и одного спектакля, чтобы прекрасно жить целый год потом. Может, не одного, двух хотя бы. Естественно, у всех по-разному, но в целом я понимаю, что мне нужно 4-5 спектаклей в сезон ставить. И я вынужден все время ездить, в этом есть необходимость. Это одна форма существования режиссера сегодня.
Вторая форма существования, ты работаешь в штате некоего театра. Ты в основном ставишь спектакли в одном и том же театре, иногда, допустим, вырываясь куда-то на постановку, редко. Но, как правило, ты работаешь в одном и том же театре, но это за собой влечет, к сожалению, не только такую прекрасную творческую работу, но и, как правило, много того, чего делать, конечно, не хотелось бы. Это, не знаю, елки, праздники, там, спектакли, которые нужно кому-то делать, никто их делать не хочет, и кому-то, ну и в итоге штатному режиссеру приходится это делать. Это, ну, это реальность, как бы, как правило, так. Особенно, естественно, я не говорю о Москве, я говорю о региональных театрах все-таки. Ну и в Москве, я думаю, похожая история. Ну, просто там возможности другие чуть-чуть. И третья форма существования – это, собственно, художественное руководство театром. Когда ты занимаешься, ты тоже в одном театре постоянно, но ты полностью отдаешься этому театру, ты организуешь жизнь этого театра, ты организуешь его художественное лицо, ты ищешь, кого приглашать, ты разрабатываешь, как бы, художественную концепцию этого театра. Вот эта работа мне интересна, конечно. Это не то, что я езжу все время, потому что от чего-то бегу. Нет. Это просто такая, ну, жизненная необходимость. Я гораздо с большим удовольствием был бы художественным руководителем какого-нибудь театра и занимался бы одним театром. Сигбурвиг зема ирара. Дрейс бус яунайс гац, он мумс бус даус даванс. Не бывает такого, чтобы прям со всеми актерами было так. Бывает один-два человека, с которыми не хочется работать. В моем случае такого ни одного не было. Мне кажется, я как-то очень легко нахожу контакт. У меня такое редко бывало, что я не мог работать с какими-то людьми. Но бывает, что просто человек по каким-то своим внутренним причинам находится в каком-то состоянии отрицания. Нежелание, как бы, принимать, нежелание делать по разным причинам, совершенно по разным. Я стараюсь как можно скорее от него избавиться. У меня слишком мало времени, чтобы кого-то переделать. Да. Тут приходится просто расставаться. Mm-hmm. Актер такая профессия, что он не может не работать. Он не может прийти и сказать: «Я не хочу». Ну, кто-то может, художественный руководитель, позволить такой артистам, какой-нибудь звезде местной, да, но это очень редко происходит. Как правило, артисты, стиснув зубы, делают, если они не хотят, они все равно, стиснув зубы, делают то, что им должны делать. Но я, как правило, с такими не работаю. Если я чувствую, что человек не хочет, я стараюсь его как можно скорее поменять. В Латвии есть премия, которая называется, по-русски она называется «Ночь лицедеев». «Спелманю накц» называется. Да, это, ну, наша золотая маска, собственно. Вот как в России золотая маска, в Латвии вот это вот «Спелманю накц». Я многократно был номинирован на эту премию, и там и артисты, мои спектакли, и да, один раз был лауреатами, да. Собственно, это был один из первых моих спектаклей, вообще, по-моему, второй. Были счастливы? Ну, конечно, это было. Это очень, очень приятно. Я счастливый человек. Война еще не началась. Это состояние не начавшейся войны, это самое тяжелое состояние. Речь идет как раз-таки, интерпретировать можно как угодно, но в этой пьесе речь идет не о войне, как о... Ну, не о ядерной, да? Да, не о войне, в которой гибнут люди, а о войне, скорее, внутренней. И вот это состояние перед началом войны, оно самое тяжелое. Если даже представить это отношение людей, когда двое не дают себе возможности взорваться, вот именно сделать этот первый выстрел, взорваться, а находится все время в состоянии вот этом предвзрывном, это самое тяжелое состояние. И если люди долго в нем находятся, оно начинает уничтожать просто всех изнутри. Это самое-самое мерзкое состояние. Лучше
лучше взорваться, чем находиться все время вот в состоянии там предвзрывном. И, собственно, пьеса для меня о том, об этом состоянии как раз, о людях, которые постоянно находятся в этом состоянии и уже сами не замечают, что они в нем, не могут его разглядеть, как бы не видят его в зеркале, а живут в нем как в совершенно нормальном. И вот это для меня, мне кажется, страшным, опасным. Разные персонажи разного возраста, разное место действия, совершенно как бы разные ситуации, они прямо на сцене будут, они переодеваются, и там декорация, очень, очень интересная декорация, очень красивая, правда, и мы очень много видео используем. Я думаю, что визуально этот спектакль точно понравится людям. Он получился очень красивый, получается. Актеры постоянно находятся на сцене, они переодеваются во время между вот этими отрывками и выходят, собственно, на новый отрывок в новом, в новой роли. В большинстве случаев это отвратительные ситуации. Они очень неприятные. Но они про нас. Я думаю, что точно каждый зритель найдет, если не в каждом отрывке, то во многих отрывках найдет, увидит себя. Я очень надеюсь, что это случится. Но это будет неприятно. Это неприятное зеркало, которое показывает плохие наши стороны. И я как бы не могу быть с этим согласен в смысле этих слов, потому что для меня это тоже чудовищные слова, все, что там происходит. Но в ней есть, в этой пьесе и в нашем спектакле есть выход, есть решение, которое в финале прозвучит. Есть решение тех проблем, о которых мы говорим. Ну, мне кажется, я хочу верить в то, что оно есть. Это спектакль, я думаю, что он в какой-то степени он тяжелый, но не в смысле даже как бы его конструкции там, и выразительных средств, а имею в виду тему и вещи, о которых говорят люди. Конечно, это не легкий спектакль. Но с другой стороны, мы старались в нем сохранить юмор, который есть в этой пьесе. Во-вторых, его еще больше, наверное, усилить. И в этой пьесе много юмора. Это не весело, но это смешно. Мы хотим, чтобы зритель смеялся. И там есть где смеяться. Это действительно местами очень, ну, может быть, даже черный, но юмор. Я помню, что я в детстве посмотрел фильм «Крестный отец», причем я был еще совсем маленький. Ну, первую часть «Крестного отца», и я увидел, я вот сейчас иногда кому-то могу рассказать об этом, и удивляются, что в таком возрасте так это попало. Там была сцена в самом начале, когда была свадьба, по-моему, там, кто там, свадьба Салли, и у них была общая фотография, все собрались, был готов фотограф заряженный, и вся семья собралась, и вдруг, собственно, Дон Корлеоне замечает, что нет сына Майкла, нет главного героя, нет Майкла. И он говорит, а вся семья стоит в сборе, и фотограф готовый. И он говорит, без Майкла мы не будем фотографироваться. И вот эту сцену я почему-то в детстве запомнил, и до сих пор она для меня самая главная. Это про семью. Ну вот про то, что нет ничего дороже и важнее. Мое детство пришлось на 90-е, а вырос я в городе Юрмала. Это знаменитый латвийский курорт, да, в котором в 90-е годы собирались, мне кажется, все бандюки собирались в Юрмале, потому что это курорт, это такое золотое, мне кажется, место было всегда, и вот почему-то их там было всегда очень много.
И в детстве хотелось быть, как в детстве бандитом хотелось быть. Но это было то детство, не в смысле детства, когда уже ты реально что-то делаешь, а это было то детство, когда ты еще ничего не делаешь, ты просто фантазируешь на этом, кто-то хочет быть космонавтом, да, тогда хотелось быть бандитом, да. Ну, ты не очень понимал еще в этом возрасте, что это такое вообще. У меня сестра режиссер, и она... Когда я еще был, ну, собственно, маленький еще, она уехала учиться в Москву, в школу-студию МХАТ на курс Олега Павловича Табакова. Закончила актерский сначала. Какое-то время проработала актрисой в театре в Москве. А потом стала заниматься режиссурой. Ну и, собственно, она всегда была для меня примером, как только она вообще стала заниматься театром. И я увидел, что эта профессия... в принципе, существует, потому что до этого, ну, я понимал, что есть там какие-то, видимо, актеры, режиссеры, но все равно было настолько абстрактно, что мне казалось, что это можно этим заниматься. Но как только я увидел пример сестры, то во мне почему-то не было, ну, ни секунды сомнений, кем я буду. Ну, как-то я даже не думал никогда. Ну, то есть сразу было все ясно. И мама очень довольна, и... Ну, смешно, что моя мама, она никогда не давила на нас, ни на меня, ни на сестру. Но, конечно, она очень испугалась, когда сестра пошла в эту профессию. Тем более, это было, опять-таки, мы были в Юрмале, денег тогда не было. И вдруг моя сестра уезжает в другую страну заниматься непонятно чем. Бросает экономический факультет Рижского технического университета и едет учиться на актрису. Но уже моя сестра подготовила почву, то есть мама уже приняла это, и когда я решил быть режиссером, это уже не вызвало никаких вопросов. Но мама сейчас, конечно, счастлива. Мама счастлива, что она может приехать в Москву, сходить в театр «Современник», в театр на Таганке, в Гоголь-центр, на спектакль своих детей. Я думаю, что это прекрасно.